за спину. На 30 секундах, когда остается у нас время на концовке, очень часто мне начинают идти вперед, только его передают. Вот, и очень подходит этот вариант освещения. Вот сегодня мы его разберем. Сейчас подводящее упражнение небольшое сделаем, и потом приступим уже более так, в таком варианте. Значит, встанем сейчас друг напротив друга в боевой стойке, в фронтальной стойке. Да. Значит, и вот такая задача. Мы разножку делаем таким образом, что ставим свою ногу рядом с его ногой. Вот, после этого делаем разворот, и можно, в принципе, сразу в одно движение становить шагу рядом с его ногой, чтобы радиус круга вот такой и максимально меньше, чтобы движение было у нас минимально, и вы уже показывали за его спину. Если поставить его где-то здесь, вот, то уже в области, либо если далеко, опять же, он уже начинает меня, может удар как-то сделать, просто повернуться и может еще использовать. То есть максимально стараемся ногу держать в ноги, что-то делаем уже. Потом мы с вами это сделаем, можно замаскировать эту разножку рукой снизу, допустим, то же самое, когда работает, раз, и начинает делать. Вот, сейчас буквально вот так вот на одну другую сторону сделали разножку, сделали смещение, ваш партнер поворачивается, то же самое в другую сторону. Да, я потом, да, в другую сторону, раз, то же самое в эту. Вот, поворачиваться и потом делать раз. Вот, поворачиваемся. Все. На дистанции остаешься. Используем на концовке, на 30 секундах, и когда наш соперник именно пытается оказывать давление, пытается идти вперед. Вот. И сейчас мы сделаем такое упражнение, Жень, нужно, значит, будем вот здесь идти вперед. Моя задача постоянно встречать вот эту разножку, уходить за спину. После того, как я буду делать уход, он делает один шаг вперед еще. Ну, специально, чтобы я понимал, ухожу или нет, чтобы не было такого ощущения. Так, все, я двигаюсь, сижу. Раз, вот, ушел, а он на дистанцию. Раз, вот, на дистанцию. Вот где-то
обычную кухонь делаю, да? То есть, чтобы не было вот такого. Видите, после ухода, ну, все так, сейчас, что я так раз, и прыгну. Раз, вот. А я, то есть, не стараюсь всегда же, раз, я вышел здесь, и потом дистанцию сам набрал. То есть, ну, контролирую. Вначале немножко говорить надо. Контролирую. И могу также на разножку запустить, раз, удар снизу вот этот вот стопом, про который я говорил, да, разножка, раз, и встретил, оп, оп, оп. Все? Просто давайте попробуем. Ножки, когда вот этот пошел в голову. Оп, а так. Погоди. Давай!
Интерес в глазах, ребята так с интересом смотрели, видели, я надеюсь, что-то новенькое для своих по своей подготовке. Ну, многие вещи, я понимаю, что вас не удивишь, но я думаю, какие-то новые приемы всегда интересны, новый взгляд, может, на какие-то проблемы. Поэтому еще раз хотел поблагодарить ребят за подготовку, что провели занятия. ОС, скажем, что Oh,